Всем привет из Аризоны. Сейчас вам хочу показать, это больше такой магазин для мужчин, конечно, где продают различные запчасти для машин, для вообще столярного дела и так далее. В общем, это такой мужской магазин. Вот там вот вход. Здесь вот, так поняла, мобильные масла продают для машин. Вот цены можно видеть там. Еще у нас тоже различные приспособления. Я так не сильно разбираюсь в этом. Кто разбирается, поймет. Здесь вот для фары, для машин продают. Просто с мужем пришла в этот магазин и решила поснимать. Вот такие фонари вроде бы. Это вроде бы у нас клей, наверное, клей. Да, это у нас все клей. Там здесь не задние фары. Здесь тоже, как я уже говорила, не разбираюсь, что это, но кто разбирается, поймет, что это такое. Здесь это же такие шпатели, наверное. Здесь гаечные ключи. Так они выглядят. Там вот маленькие, большие. Вот этот гаечный ключ. Вот этот он для под разные размеры подходит. Его там вот винтик крутишь внутри. Подходит под разные размеры. Вот они эти, которые под разные размеры. Здесь набор инструментов, $99, $100, грубо говоря. Вот это подешевле. Здесь у нас, наверное, это дрель. Перчатки.
Там вот сиденье новое для автомашин. А вот это такие приспособления, их ложат на стекло автомашины, и тогда машина, она, если очень жарко на улице, то в машине стекло не нагревается. Вот так выглядит этот магазин. Подписывайтесь все на мой канал. Всем пока!